Злобная Росомаха, поговорим о рестлинге. Тауэр, двухэтажные автобусы, красные телефонные будки. Наверняка большинство обходится таким нехитрым набором британских ассоциаций. Благо, когда WWE приезжает в Англию, на сцене присутствует полный набор того, что любитель рестлинга должен знать об этой стране. Но с недавних пор мы вынуждены мириться с тем, что в Англии процветает свой собственный рестлинг. Причем в отличие от 70-х и 80-х, когда британский стиль был особенным, самостоятельным. Сегодня это всего лишь еще одно инди. С теми же дрищами, исполняющими крутые приемы из Японии. Правда, есть серьезное отличие. Внезапно в британском рестлинге завелись деньги. И деньги большие. У меня лично к этому минимум претензий. Но у меня также хорошая память. И я помню, что было, когда в Америке одна девочка долгое время трясла за карман богатенького папочку. Было там круто? Да, было очень круто. И потом тоже было круто. А потом внезапно круто быть перестало. В Англии мы пока что на первой стадии и... Дай бог каждому. Претензии могут возникнуть, если от первой стадии произойдет переход ко второй, и походу он уже начался. Сразу несколько скандалов грохнули на той неделе в Англии. Ютуберы с What Culture решили ругаться с Ютубом. И ругаться, естественно, на Ютубе. При том, что сам рестлинг-канал What Culture на Ютубе не такой посещаемый, как их другие кликбайтовые каналы на Ютубе. И вот вам 10 причин, почему рестлинг Ютубу не интересен. Хрен, за примитивными рейтингами топ-1000, высосанными из пальца, вам по другому адресу. А как вам миллион для CM Punk'а? Британская гигантомания поражает. Одни провели пафосный турнир, другие придумали турнир на 64 человека, третий на 128. Тут и Кубок мира без тузов и восьмерок подоспел. Ну и как обычно в таких ситуациях бывает, кто-то прогорает. Чё? Вы банкрот. Прогорел тот самый турнир на 128. CM Punk его чести миллион не взял и вообще никак не комментировал. Хотя есть мнение, что просто предложили мало. Маловато будет, маловато! А еще прогорело ТВ-шоу World of Sports на ITV. Телевизионщики сочли рейтинги слабоватыми. Ограда не такой уж и звездой для нормальных зрителей. А еще прогорело, по всей видимости, британское шоу WWE, которое в умах особо продвинутых фанатов плотно угнездилось на одной плацкартной боковушечке с индийским рынком. Охладел, говорят Винс, к этой идее. Ну, охладел и охладел. Не первый раз, когда Винс снимает со стены британский флаг. И не второй. И не третий. Короче, вы поняли. Если что, мне лично достаточно самоанского рынка. Но не того рынка, а этого рынка. Да, этот рынок мы уже наблюдали и 10, и 5 лет назад, и даже год назад. Но знаете, есть рынки, мимо которых проходишь, зажав нос, а есть рынки, взглянув на которые, решаешь зайти. Сюда я зайду. А Великобритания? Я желаю доброго здравия королеве. Я с утра вмазал овсянки с чаем. Я болею за Ливерпуль, а Дэмон Хилл — это лучший гонщик в истории. Но британский рестлинг — это Ширли Крэп 3, Гигант Хай Стэкс, Динамит Кит и Уильям Регал. А прыщавые подростки с миллионом для CM Punk'а, со своим ютубом и гейшами получают минус 6 звезд от весьпланет.нет. И я прошу вас только об одном. Постарайтесь не опозориться. Хотя бы до следующей недели. Злобная Росомаха. Услышимся.